Голубая луна всему виной. Привет, собака с Риддика. Вот эта собака снималась в фильме «Риддик». Мы пришли к Катюше. Подробности. Чао, Федерико. Привет. Мясо для Риддика. Наша поляна, да. Ты представляешь, я сегодня его раскладывала мясо. Я его пробую, раскладываю мясо. Пойду сниму девочек. Ну, у Саши сегодня день рождения. Привет, Саша. Уже достала ключик? Да. А, вы уже лепите что-то, да? Нет, я просто... Когда нам, какая она мягкая? Нам или позавчера... А тот другого цвета, зеленого, да? Да. Нам или вчера, или позавчера купили этот пластилин, и мы сразу же пошли из него лепить. Я потом покажу фигурки, которые мы слепили. Да? Сейчас. Соскучились по Италии? Да? На Новый год приедете сюда? Да. На Новый год? А? Скорее всего, бля. Давайте, приезжай. Помочь? Да. Собака летается, столько народу тут у нас. А, Гери, ищешь игрушку? Где твоя игрушка? Где игрушка? Где? Давай игрушку поиграем. Давай, Гери. Ой, мы тут с музыкой. Потанцуем? Показать тебе пломбу. Давай. А что это? Это колонка Bluetooth. Это колонка там. Пожалуйста, не трогай, иначе сломаешь. Ничего себе, военная какая-то. Ну, я еще не умею. Ну так научишься. Я могу делать лицо. Молодец, научишься. Сэнди. Сейчас. Сколько я у Катюши бывала, я первый раз вижу эту картину. А она новая или я никогда ее не снимала? Нормально? Нормально, да? Вообще обалдеть картина. А тут две черепахи живые. Маленькая это мальчик, а большая это девочка. Девочка большая, да? Ничего себе. А маленькие черепашки есть? Ну, как бы... Были? Были? Да. Класс. Яйцо? Да, но он уже давно. Оно, сейчас, наверное, уже испортилось, да? Да, скорее всего. Яйцо? Да. Привет, черепашка. Я не знаю их имени. Привет, пошли, черепашка, он так смотрит. Так смотрит. Так, девочки уже наяривают. А это что? Лазанья. Тоже лазанья? Да, вы две лазаньи сделали, да? Это мелазана, да? Это баклажаны запеченные. Да, это самое. Вкусняйте, морковка вкусняйте. Попробуем, Обратите внимание на Гери. Бедные мальчики, ничего тебе не дают, да? Гино, про патата фрито. А Сэнди? А сиди сзади там. Катюша ест прямо ложками. Хрен, молодец. Я себе такую пиздюлечку положила. Так он просто слабый. Я в Киеве ем очень такой. Ага. Такой аж прям вообще. А это слабый. Но он сладкий, да. Сладкий, но такой запах, блин, вообще ядреный. И смотрит. Гери злится, ему ничего не дают такие. А ну покажи клыки. Нормально. Ничего себе. О, сэмбри алье, да? Вот это да. Папаура, мама. Поставка такая крастата с черной смородиной. А там еще и зефир наш. И никто не ест его, надо его нам. Нет, его порезали, его поели. Ты красивый. Это капуста. Видишь, какие стебли задрали? Да вообще нет, необычный цветок. Это капуста, это не цветок. Капуста? Это цвет, это капуста. Как ты говоришь, что это капуста? Это капуста, цветная капуста. Ой, как ты во Франции оливки ела, блин. Оливку, помнишь, ты во Франции съела? Как я ее ела, я не помню. Возле гостиницы, блин. А, то есть, да. Я сразу подумала...
А чуть-чуть чуме ждет рассвета. Это сицилийский музыкальный инструмент, а Сэнди сицилийский. А Сэнди нравится, да? Это помнишь ту песню? А чуме ждет рассвета, а рассвета все нету. Какая клыкастая собака. Va attaccare, va attaccare. Да, весело тут. Да, опять убежали. Ушатка. А где я знаю? А у меня ничего нет. А вот кусочек твой. Это мой. А с багетом я... Нет, быстро, то он у тебя этот кусочек заберется. Кто быстрее? Нормально. Поделились по-братски. И давай. Да? Сэнди, Сэнди. Смотри. Гири ревнует. Сам ями, как говорится, сам ями другим не дам, блин. Сам не играет и не играет. Недаром она писает, когда вольно прыгает. Народу столько. Возбужденная, поэтому. Возбужденная, да, народу столько. Ты видела? Именинница отдыхает. На таблете, да, играешь? Нет, я смотрю. Что ты там смотришь? Эти семейка монстров я сегодня. Ой, ты видела, каких девчонок лепят из этого? Да, я видела, мне Женя показала. Пластилина. Вообще. Класс. Авангардные такие. Ой, а где этого голова? Она несколько там без голов. Где-то потерялась. Смотри, чтобы Сэнди не съела, зайка. Все кошки. И все кошки. А черепашки? Смотрит на меня. Смотрит на меня. Это сегодня так шипело, его пришлось на улицу вынести. Это девочка огромная, нет, да? Огромная девочка, малой шипел. Вот девочка голову вытащила, видишь, смотрит. Это такой, честно говоря, злодей кусает ее. Да? Ага, такой. Противняшка, короче. Две собаки, две ящерицы. Весело у вас. Это не ящерица, это черепашка. Фу, черепяшка. Черепяшка. Я не пила, я не пью. Да, не похоже, что ты не пила. Да, я уже заговариваюсь. Да. Подожди, еще 3-2 Dove vai a formattare, come formattato, come diviso, dove vai a nasconderle. А как мелодию слышал? А, подожди, надо сначала, Блин, мы сначала. Сейчас я поведу назад, исполнить. Наши зрители, сейчас мы исполняем концерт. Ну, легенду, вот это начинается. Хорошо, да. 3-2-1 Я забыла мелодию. Ой. Я вообще не помню. 3-2-1 Слышал я одну легенду о двух братьях пересказ. Вроде сказка. Может, братья среди нас. А дальше танцуем. Здесь надо место, где нас танцевать. Non sono buono da mangiare io. А что она? Остановилась, что ли? Нет. Наш брат любовью чистой королеву полюбил. И однажды ей в лесу, лесу теннисом, свое сердце подарил. Браво, Катя. Ну а старший выбрал чудо, одиночество небес. И все знали, что он никогда не будет покорителем небес. Голубая луна всему виной, все в округе говорили. Валяйте соперники, дикий косток. Голубая луна, как никто его любила. Голубая луна, звезды сладостью дарила.
голубая луна. Я думаю, хватит мучить нашу жизнь. Хватит. А интересно, а здесь итальянский есть вообще? А ну, может, найдем итальянский? Это у нас караоке. А может быть, это есть иностранный? Украинский пыль. Украинский, школьный, новогодний, песни, романсы, 14 фильмов. Нет, итальянских фильмов. Украинский же есть. Да, мы, Монтикарина. Как он был от нас далеко. Как он был? Ты еще снимаешь? Бери, да. Да, у нас от караоке.